Перекресток у глобуса будет обновлен до конца октября. Речь идет об изменении схемы движения на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Псковской. Эти изменения будут кардинальными. Светофоры оснастят дополнительными стрелками для поворота налево и направо, поменяют знаки и разметку. После долгих споров чиновники нашли компромисс с владельцем светофорного объекта, коим является гипермаркет «Глобус». Теперь он самостоятельно модернизирует светофорный объект, после чего схема движения на перекрестке обновится. Как пояснили в департаменте благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации Твери, новую схему планируется ввести до конца месяца. Работы по модернизации светофора сейчас идут полным ходом. В августе этого года администрация города Твери совместно с представителями ГИБДД и представителями гипермаркета «Глобус» было проведено совещание по вопросу приведения в нормативное состояние светофорного объекта возле гипермаркета «Глобус». После этого гипермаркетом «Глобус» проведены работы по модернизации светофорного объекта. Теперь со стороны «Глобуса» и со стороны улицы Псковской можно двигаться во всех направлениях. При движении со стороны М10 в сторону города движение пока схема движения не меняется. Также в настоящее время сейчас проходит процедура передачи этого светофорного объекта в муниципальную собственность города. И после этого, возможно, мы поменяем схему движения со стороны трассы М10.